Йоу, всем привет! И это уже вторая часть из серии роликов по постройке компьютера в Майнкрафте. В этом видео я расскажу и покажу, как построить накопитель данных или же жесткий диск в кавычках. Перед тем, как начать, я хотел бы попросить вас подписаться на канал, ибо я заметил, что 90% людей смотрят это видео без подписки. Спасибо за понимание, а теперь продолжим. По традиции начнем с теории, дабы лучше разобраться в работе данного устройства. Наша память будет состоять из сегментов. В свою очередь, каждый сегмент будет хранить в себе один символ. Давайте рассмотрим отдельный сегмент. Он состоит из 5 уровней, на каждом из которых находится редстоун факела. Обратите внимание, что количество факелов равняется количеству пикселей на дисплее. После постройки сегмента давайте проведем линии редстоуна под каждым факелом. Каждый такой провод будет идти на отдельный пиксель дисплея. Не волнуйтесь, если не понимаете, как это строить. Немного позже я покажу вам на практике. Важным моментом являются инвертирующие факелы, которые заставляют факелы в сегменте гаснуть. То есть при нажатии кнопки внизу сегмента Redstone факелы загорятся на секунду и отправят сигнал на дисплей. К слову, сегментов может быть довольно много, они легко дублируются. Эта часть является продолжением первой части, в которой мы делали дисплей, так что память будем строить на той же карте. Отступим некоторое количество блоков от повторителя сигнала на дисплее и построим 3 линии с редстоуном. Далее над этими линиями построим ряд блоков, на которых будет располагаться красная пыль, а над каждым нижним рядом будет стоять красный факел. Продублируем данную конструкцию 4 раза по вертикали. Далее сделаем вертикальную цепь из факелов и блоков, которая будет передавать редстоун сигнал по вертикали. В самом низу поставим дополнительный блок с факелом, который будет инвертировать сигнал. После этого нужно соединить каждую линию редстоуна с входом на повторители сигнала. Первый ряд просто продлеваем до конца. Со вторым рядом все немного сложнее, так что повторяем за мной. С остальными все примерно то же самое. Последним шагом будет программирование каждого сегмента памяти. Покажу вам это на примере. Допустим, я хочу запрограммировать цифру 1. Для этого поставим факела в форме единицы. Таким образом, можно запрограммировать каждый сегмент. Для полного понимания покажу, как работает эта система. При нажатии кнопки на одном из сегментов памяти, сигнал поднимается по цепочке вверх, и каждый факел в сегменте гаснет на секунду. Далее сигнал идет по линиям редстоуна во входы повторителя сигнала. После этого на дисплее появляется наш символ. Я очень надеюсь на то, что вы поняли, как работает накопитель памяти. Если у вас возникли вопросы, смело задавайте их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. Ссылки на скачивание карты и схематики вы можете найти в описании под роликом.
И на этом моменте я хотел бы закончить. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь и ставьте лайки. Удачной постройки. Пока.